Я по 6 часов встаю у хирургического стола, прихожу домой, но у меня есть реальная возможность отдохнуть, потому как утром снова на работу, рассказывает сосед. Сын же, отсидев 6 уроков в школе, дома снова садится за уроки. Ему еще и в спортивную секцию, а 3 раза в неделю на занятия музыкой, английский. С уст учителей не сходит словосочетание «готовимся к ЕГЭ». Родители, в свою очередь, требуют еще и высоких оценок. Перегрузки школьника – самая горячая тема на форумах и в родительских спорах. Согласно исследованиям, сегодня только 3-4% школьников. 1-2 ребенка практически это получается. На целый класс уходят после 11 класса здоровыми детьми. Впечатление, что наша школьная программа рассчитана на будущих Эйнштейнов. На горизонте еще и репетиторы. При той же продолжительности жизни – за последние полсотни лет школьная нагрузка выросла в 3 раза. А между тем, предельные нагрузки давно рассчитаны и утверждены. До 5 класса никаких шестидневок и не более 5-6 уроков в день. Показатели нарушения здоровья – это прежде всего стабильно плохое настроение у ребенка. Привычка постоянно грызть ногти – это тоже не просто так. Это не прихоть ребенка. А первый звоночек стрессового состояния. Скрипение зубами во сне. Ночные кошмары, синяки под глазами, подергивание века, легкое заикание. Все это относится к той же категории. Здравствуйте, в эфире Слог ТВ. Итоги недели. И я ее автор, ведущая Людмила Суверток. На прошлой неделе страна и мы вместе с ней отметили День учителя. Школьная пора остается в памяти каждого из нас как лучшее время, накладывая отпечаток на одну из самых счастливых и ярких страниц жизни каждого из нас. Школьная пора, как много в этом слове. Напутствия, пожелания учителя сопровождают тех, кто давно стал взрослым или только начинает взрослеть и принимать новый мир, чувствовать и ощущать его, следуя мыслям и советам своих учителей-наставников. Встречаясь с одноклассниками, мы непременно, вольно или невольно, вспоминаем школу, любимых учителей, серьезные шаги, курьезные случаи из школьной жизни. Так пусть эта добрая память о школе продолжает волновать душу, а любимые учителя живут долго и счастливо. Своих учителей и работников образования всего нашего городского округа от души поздравили в нашей праздничной программе, которая прозвучала в эфире 5 октября. Управление образования, депутаты Важенников и Суханов, нотариусы Сергей и Тамара Мушкетовы, руководитель офиса СКБ банка Татьяна Анисимова, директора школы искусств Дмитрий Осипов и музыкальной школы Тимофей Деткин, директор сети магазинов «Обив» Андрей Вагин. Ну и, конечно же, поздравления прозвучали в разных форматах и на разных мероприятиях, посвященных этому дню, от главы городского округа и председателя Думы. Поздравили своих учителей и все учительское сообщество, и многие другие, кто оставлял свои добрые пожелания с просьбой передать их своим любимым учителям, что мы и сделали. Накануне Дня учителя среди педагогов школ прошел конкурс «Учитель года». В конкурсе, который на этот раз проходил в школе номер 8 села Знаменского, участвовали 4 учителя.
Наталья Пермякова и Елена Брюханова, учителя из школ номер 17, Михаил Булыгин из гимназии номер 7 и Вероника Бирюкова, учитель школы номер 10 села Новопушминского. После проведенных открытых уроков и методического семинара жюри определило победителя. Им стал единственный мужчина среди участников. Как вы уже догадались, это Михаил Булыгин. Проведенный фестиваль «Грани таланта» стал 11-м праздником творческих учителей и всего, собственно говоря, учительского сообщества. Поражает, с каким задором и ответственностью подходят работники образования к выбору репертуара и к подготовке фестивальной программы. А откуда берутся силы, когда каждый день занят уроками, подготовкой, проверкой тетради, беседами, напутствиями и наставлениями? Сначала талантливый человек, а потом и талантливый учитель, вероятно, так? У каждого из них, бесспорно, есть своя индивидуальность, свой талант, которым каждый учитель одарен в большей или меньшей степени. И конкурсы, и фестивали – это, конечно же, возможность его развить. Фестиваль «Грани таланта» среди работников системы образования собрал 24 творческих коллектива и исполнителей из разных школ и детских садов. Конкурс «Голос» – прекрасный двухчасовой концерт, который подарили вокалисты и коллективы своим зрителям и болельщикам, которые пришли поддержать своих коллег. Творческая энергия, струящаяся со сцены и заполняющая зал, заряжала позитивом, удивляла, захватывала. И волнение, которое испытали исполнители, окупилось старицей, потому как каждый из выступивших был награжден аплодисментами зрительного зала и благодарственным письмом министра образования. Лучшие из лучших отмечены в жюри конкурса. Преодоление и в конечном итоге удовлетворение от выхода на большую сцену. То чувство, которое остается, еще долго волнует душу. Лауреатами фестиваля «Голос» стали ансамбль «Вдохновение» из Знаменской школы, творческий коллектив «Конфетти» и солистка Дарья Софиулина из детского сада номер 39 и Надежда Мельникова из детского сада «Малыш». Заметным событием стал праздник, который организовали для учителей городского округа промышленное предприятие города. Группа компаний «Форос» – это два завода – Сухоложский «Форос» и Куринский – и деловой партнер «Староцементный завод». Замечательная концертная программа, поздравления, номинации и вручение наград и премий – все было по-праздничному, торжественно и достойно. Хотя у природы и нет плохой погоды, и каждая погода благодать, но холодный дождь сыпал с неба, не переставая, и постепенно разгонял собравшийся народ. А что же ученики и воспитанники детских садов в это время? Они продолжают постигать мироздание, изучать законы природы и бережного к ней отношения. Человечество, по мнению ученых, вот уже превысило возможности планеты восстанавливаться и возобновлять свои ресурсы. Мы живем, конечно же, на очень богатой планете, но богатства эти, понятно, не безграничны. Это ставит перед нами всеми вполне реальные конкретные задачи по энергосбережению. О том, что вся Земля – наш общий дом, и его надо беречь, шла речь на встречах работников «Энергосбыт-плюс» с детьми в школах и детских садах в рамках акции «Вместе ярче». На Земле, в принципе, конечно же, энергии много, но в конце концов все источники не беспредельны, и понятно, что все когда-нибудь заканчивается. Планета Земля быстро теряет свои природные ресурсы. Ситуация с природными запасами к 2030 году может, по мнению ученых, коренным образом измениться и даже стать необратимым. Понятно, что ни один из нас не проживет на этой планете без воды, тепла, света и еды. И все это называется, одним словом, энергия, которую следует беречь. Игра заставила детей задуматься, а хватит ли энергии на всех, если ее запасы не беспредельны и если ее не экономить. И тогда в один ужасный день кому-то не достанется тепла, кому-то воды, кому-то газа, кому-то света. Главное, чтобы это становилось привычкой и потребностью беречь и у детей, и у нас, у взрослых. Это итоги недели, и я продолжаю.
29 октября, то есть совсем скоро, исполняется 100 лет Ленинскому комсомолу. Дата солидная не только для молодежных организаций, но и для всей нашей страны. Трудно, конечно же, переоценить все то, что было сделано за эти десятки лет несколькими поколениями советской молодежи для экономического и оборонного могущества страны, для разгрома фашизма, послевоенного восстановления народного хозяйства, для мощного развития, в том числе и Урала, Сибири, Дальнего Востока, для освоения целины, как вы помните, покорения космоса, создания энергетического и нефтегазового комплексов, строительства БАМа, ВАЗа, КАМАЗа, для эпохальных достижений в науке и культуре, побед в спорте. Школу комсомола прошли свыше 200 миллионов юношей и девушек, многие из которых стали прославленными рабочими, тружениками села, видными государственными и общественными деятелями, выдающимися учеными, военачальниками, дипломатами, мастерами литературы и искусства, чемпионами мира и Олимпийских игр. Чтобы обозначить предстоящую дату, работники городского молодежного центра совместно с Дворцом культуры «Кристалл» 27 октября, накануне юбилейной даты, проводят фестиваль «Юность комсомольская моя». В фестивале могут принять участие ансамбли и сольные исполнители в возрасте от 14 лет и старше. Фестиваль проводится среди двух возрастных групп – 14-17 лет и от 18 и старше, по номинациям «Сольное пение» и «Ансамбли». Любителей и профессионалов жюри будет оценивать отдельно. Вход в зрительный зал бесплатный. Участникам предлагается представить популярную молодежную комсомольскую песню из Золотого фонда песенной отечественной классики 30-80-х годов 20 века. Это, конечно же, не единственное мероприятие, которое будет посвящено комсомолу. Для подготовки к его столетию создана инициативная творческая группа, разработан план юбилейных мероприятий. Среди них проведение классных часов в школах, круглых столов, конференций, встреч комсомольцев разных лет. К нам в студию мы тоже пригласили интересных людей, которым есть чем поделиться с вами. Это итоги прошлой недели. К другим темам. Весьма печальное событие, которое снова заставило встрепенуться тех, кто имеет дело с почтой. А случилось вот что. Сейчас расскажем и покажем. Житель Сухого Лога Евгений Брусов случайно обнаружил в одном из заброшенных гаражей упаковки из-под посылок, отправленных AliExpress, который доставляет Почта России. Как рассказал Евгений, он работает в грузоперевозках. И в субботу, 29 сентября, он доставлял картошку в гараж кооператив. И там, в соседнем с гаражом заказчика помещении, нашел свалку пакетов. Там было больше сотни вскрытых пакетов. «Я написал, — говорит он, — местным журналистам и в соцсети. Ну, сейчас, как мы знаем, готовится заявление в полицию. Пресс-секретарь Почты России на Урале Анна Первушина заявила, что по сообщению мужчины была проведена служебная проверка. Сотрудники почты полагают, что речь идет не о хищении посылок, а об их утилизации, вот этих самых упаковок от полученного абонентами товара. Но вопрос о том, почему своих посылок не могут дождаться адресаты, все-таки остается. Михаил, добрый день еще раз. Это Слог ТВ. Вот вопросик такой снова. Вы ждали вот посылку, которая вам должна прийти? Да. И когда вы ждали ее? Ну, она должна была прийти в апреле, в мае. Угу. То есть вы ждали, а обращались ли на почту? Обращался на почту, подходил, сказали, ничего нет. Обращался на Пушкинскую и на Белинского. Собираетесь сейчас оформлять претензию? Ну, я думаю, это бессмысленно. Угу. Никакого толка не будет. Алло? Анастасия? Да. Вот вы ждали какую-то посылку? Ну да, да. 4 штуки, вот мне одна дошла. Одна дошла, а 3 нет? Ну да. Но вы еще надеетесь получить? Ну, не знаю, что-то мне уже звонили, я уже как-то надежда-то это. А, вам уже звонили. То есть, что ваша посылка найдена вот как раз в хламе, да, в мусоре? Ну, то есть у вас впервые такое, вот вы 4 посылки заказали, одна пришла, 3... Нет, я с Алиэкспресса заказала,
заказы, мне тоже в последнее время они перестали доходить, я поэтому перестала заказывать. Наш оператор побывал на месте сразу же по происшествии, где, по сведениям Евгения, лежали упаковки. На месте, о котором шла речь, не просто он не обнаружил ни одной упаковки, более того, площадка была полностью расчищена. Это итоги прошлой недели. К теме строительства комфортной городской среды переходим. На финишную прямую выходит подготовка площадки для строительства дворца игровых видов спорта. Параллельно с подготовкой площадки идут проектные и согласительные работы по началу строительных работ. Тем более, что проектная документация на строительство дворца игровых видов спорта готова. Остается только получить официальное разрешение на строительство. К 2020 году в городе должен появиться ДИФС. Об этом мы вам рассказывали. Возведенный на средства компании «Форес». Это будет спортивное сооружение площадью в 2500 квадратных метров. Продолжаются работы на строительстве городского многофункционального парка. Есть мнение, что подрядчик старается, но, тем не менее, исправляя замечания, он трижды переукладывал плитку на участке у входа со стороны проезда строителей и делал перепланировку газона. Установленные же светильники, конечно, бесспорно украсят парк, но они лишены такого свойства, как антивандальность, а она для нас условие необходимое. Двухметровые светильники, которые в прыжке достанет любой подросток. Без охраны могут украшать парк, в этом случае, думается, недолго. Беречь мы не научились сами и не научили этому, к сожалению, своих детей. Это итоги недели. Мы на минуту прервемся для рекламы. Оставайтесь с нами. 4 октября на вечере, посвященном Дню учителя, удостоверение почетного работника в сфере образования Российской Федерации получили учителя Галина Акулова из школы номер 17, Елена Костина из школы номер 7, Светлана Корешкова из гимназии номер 1, Ирина Луговина, учитель школы номер 7, Светлана Симухина, заведующая детским садом 43 «Малыш», Ирина Коновалова, заведующая детским садом номер 2, Елена Шишкоедова из гимназии номер 1. Все выпускники 11 классов отметила в своем докладе начальник управления образования Юлия Берсенева на одном из совещаний, определились с выбором дальнейшего жизненного пути. Почти 70% поступили в образовательные учреждения высшего профессионального образования, 21% среднего профессионального образования, остальные устроились на работу либо призываются в ряды вооруженных сил. Кстати, осенний призыв на службу уже начался. Первые отправки начнутся 20 октября. 5 октября исполнилось 100 лет уголовному розыску. Свой профессиональный праздник сотрудники уголовного розыска отметили, собравшись вместе в зале музыкальной школы, где работа на этом вечере многих из них была отмечена наградами ведомств разных уровней. Сотрудников уголовного розыска всегда отличала смекалка, мужество, отсутствие страха в случае, когда приходилось рисковать, и приоритет все-таки долга в случае опасности. Свой профессионализм и самоотдачу службе проявили в свое время Владимир Филинков, Андрей Мусихин, Андрей Филянин, Юрий Шилов, Владимир Дорожинский, Александр Садчиков, Анатолий Мельников, Валерий Новичков, Игорь Ермаков, ну, конечно же, и многие другие, которые вот как раз в этот день находились в этом зале, уже в статусе ветеранов МВД. И эти фамилии в отделе произносят с особой гордостью. Коллектив во все времена был дружным, как говорят они, все старались с честью носить свои погоны. Ну и результаты, как и везде, в любом трудовом коллективе, зависели от опыта, старания и удачи. Но удача чаще всего подводила, приходилось больше надеяться на себя, на свою интуицию, опыт и знание дела. Сегодня служба укомплектована молодыми, но уже достаточно опытными работниками, которым по плечу решение задач по обеспечению безопасности на территории. С начала прошлой недели стало известно о гибели человека, который по предварительному заключению погиб от отравления угарным газом. Вот некоторые подробности. Рано утром
1 октября, спеша на работу, прохожие увидели, как из коллектора теплотрассы идет дым и вырываются языки пламени. Звонок поступил на пульт диспетчера в 7:01. Коллектор теплотрассы, в котором произошло возгорание, расположен на улице Белинского. По завершении работ уже в 7:18 в 40 метрах от места пожара было обнаружено тело мужчины, как установлено, 1967 года рождения. На правой стороне тела погибшего имеются ожоги, что говорит о том, что в момент возгорания мужчина находился внутри коллектора. Но, видимо, смог из него самостоятельно выбраться, ну а смерть, вероятнее всего, наступила вследствие отравления угарным газом. По факту пожара проводится доследственная проверка, в ходе которой установлено, что пожар произошел в результате неосторожного обращения с огнем. Наш городской округ принял участие в общероссийской тренировке по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям. По легенде, на железнодорожной ветке произошло столкновение КАМАЗа и грузового подвижного состава. В результате столкновения были якобы опрокинуты три цистерны с пропаном. Ну и участникам следовало быстрым и точными действиями предотвратить взрыв. Всем службам удалось справиться с ситуацией. Правительство России разрабатывает проект по дедоларизации экономики страны. Это буквально означает договоренность некоторых стран рассчитываться местной своей валютой. По словам одного из источников, документ вскоре должен утвердить премьер Дмитрий Медведев. Источник в одном из ведомств, участвующих в обсуждении вопроса, рассказал, что план правительства не предусматривает никаких ограничительных мер или запретительных мер по хождению валюты в стране. Запрета расчетов, как они сказали, в долларах не будет. Упор будет сделан всего лишь на создание возможностей для расчетов в национальных валютах и облегчение валютного контроля. Цель правительства – создать удобные механизмы, которые позволят бизнесу без лишних потерь осуществлять расчеты в любых валютах. План предполагает ускоренный переход в расчетах с иностранными государствами. Глава ВТБ при этом отмечал, что процесс дедоларизации займет не менее 5. Министерство агропромышленного комплекса и продовольствия провело гастрономический фестиваль «Евразия Фест» на площадке Международного выставочного центра «Екатеринбург-Экспо». Всеобщий интерес вызвали конкурсы «Шеф-повар года», «Шеф-кондитер года» и конкурс по кулинарии и сервису. В соревнованиях приняли участие около 200 человек из разных муниципальных образований области и, конечно же, города Екатеринбурга. Наш городской округ в категории «Сладкий стол» представила Влада Волкова, студентка 3-го курса многопрофильного техникума. Влада обучается по специальности «Повар-кондитер». Жюри конкурса единогласным решением присудил ей 2-е место с вручением серебряной медали. Злой несправедливость, воровство, взяточничество и коррупция все-таки, оказываются, бывают замеченными и наказанными. Несоответствие доходов и имущества было выявлено в рамках прокурорской проверки соблюдения антикоррупционного законодательства в администрации города Первоуральска. Жена начальника отдела транспорта и связи в 2014 году приобрела участок земельный в 905 квадратных метров и жилой дом общей стоимостью более 5 000 000 рублей. Это намного превысило задекларированный доход супругов за 3 года, которые предшествовали заключению сделки, сообщает пресс-служба Свердловской областной прокуратуры. Надзорный орган направил в суд исковое заявление с требованием изъять участок и дом в доход государства. Областной суд встал на сторону силовиков, и земля со строениями были конфискованы. Все индивидуальные предприниматели обязаны не позднее 31 декабря уплатить за себя страховые взносы на обязательное пенсионное медицинское страхование. Пенсионное и медицинское страхование в фиксированном размере. Вот эти суммы: 27 990 рублей за 2017 год, 32 385 рублей за 2018 год и за 2019 эта сумма составит 36 238 рублей. Но в случае неуплаты индивидуальные предприниматели судебными приставами запланированы такие мероприятия, как применение мер принудительного взыскания, которые могут привести к неблагоприятным последствиям, в том числе невозможности, например, выехать за границу, распоряжаться собственным имуществом, ну и оформить кредит в банке.
Если кто-то уже прекратил свою предпринимательскую деятельность, то обязан во избежание неблагоприятных последствий в кратчайшие сроки решить вопрос о прекращении статуса в качестве индивидуальных предпринимателей, обратившись в налоговую службу. Спортсмены клуба «Богатырь» на прошедшем международном мультитурнире «Золотой тигр» завоевали 11 золотых, 1 серебряную и 1 бронзовую награду, при этом установив 9 рекордов России и софт-дивизионов, а также 2 рекорда России классического пауэрлифтинга в номинации «Жим лежа». Всего было подано 3345 заявок «Золотой тигр-12». Конкуренция была очень большой, и 5 спортсменов, всего лишь 5, остались без медалей. Это совсем не означает, что они плохо выступили. Просто кто-то был готов гораздо лучше нас. Самая юная участница Ева Кудрявцева, которой всего лишь 7 лет, установила 2 рекорда России в возрастной категории, выжав штангу в 25 килограммов. А Богдан Соколов, инвалид с детства, которого папа носил на руках до жимовой лавки, смог завоевать первую золотую медаль в своей категории при этом на этом чемпионате. Ну и 2 любопытных видео. Первый – это необычное свечение, которое мы вам еще не показывали, которое произошло 27 сентября. Но мы его сегодня вам покажем. И второе – как мы ведем себя на наших дорогах. Оба сняты нашими жителями. Но из народных новостей одна. А тех, кто продолжает все-таки использовать унитаз вместо помойного ведра, и к чему это может привести и приводит в итоге? Конечно, к всеобщему потопу нечистотами из канализационных люков. Чего только не достают. Упущенные половые тряпки, памперсы, бутылки, а другую пластиковую посуду, женские предметы гигиены, туалета и даже рыбьи головы. И все это наша беспечность, неряшливость и полная бескультурия. Ну и, вероятно, последнее на сегодня. Есть дни, когда канал ОТВ, на подложке которого мы работаем, выходим в эфир, транслируем свои передачи, согласно договору запрещает выход во время прямых трансляций спортивных матчей. Именно поэтому в такие вечера у нас с вами не бывает встреч в эфире. И под занавес позвольте фразу дня. Быть живым – это подарок. А быть счастливым – это ваш выбор. И наша самая большая ошибка, что мы слушаем, чтобы ответить, а не для того, чтобы понять. Это, пожалуй, все, о чем мы хотели и рассказали вам сегодня. Неделя была, как всегда, достаточно насыщенной событиями, происшествиями, встречами. Такой увидели ее мы, наши корреспонденты, операторы и монтажеры. Так расставили приоритеты и акценты, обозначили болевые точки, рассказали о решениях властей, касающихся нас с вами. Ну и до встреч с итогами недели в следующий понедельник, надеюсь. Простите, а что здесь такого?